А в Ливии в ходе спецоперации правительственная армия выбила боевиков из портовых городов Рас-Лануф и Эс-Сидр. Сейчас военные под командованием маршала Халифы Хафтара ведут наступление на Бенджават. Основная цель операции – вернуть контроль над нефтяными терминалами и месторождениями. Напомню, в начале этого месяца боевики атаковали вышеупомянутые порты, вытеснив оттуда правительственные силы. Затем нефтяные объекты передали под контроль ливийских властей в Триполи, которые при этом отвергают свою причастность к атаке. К слову, в Ливии царит двоевластие. На востоке страны, в городе Тобрук, заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит правительство национального согласия.